Сегодня в Чебоксары приехала известная спортсменка, бобслистка Ирина Скворцова. Несколько лет назад на сборах она получила серьезную травму и сейчас работает над проектом реабилитации спортсменов-инвалидов. Ирина примет участие во Всероссийском олимпийском дне, который пройдет на центральном стадионе столицы Чувашии 27 июня. Вы на самом деле пример для многих. А вот какие пожелания, можно сказать, юным спортсменам и начинающим? Не сдаваться, поставить цель, даже если у вас что-то не получилось. Значит, получится в следующий раз. Главное не опускать руки, потому что без поражений не бывает побед. То есть возможность в паралимпийский спорт уйти и показывать там результаты. У нас очень многие спортсмены, которые занимались обычным видом спорта, после травмы уходили в паралимпийский. То есть я лично знаю несколько. Так что это уже выбор каждого.